Толерантность, ее истоки и корни, современные реалии в нашем государстве. Об этом рассказал на встрече с представителями общественности и города зав. Отделом президентской библиотеки доктор философских наук по истории Назим Мустафа. Такие святые для каждого жителя понятия, как толерантность, мультикультурализм, гуманизм, формировались и притворялись в жизнь еще в старые добрые времена на всей территории Азербайджана. В новейшей истории страны большой вклад внес в эти важнейшие принципы функционирования государства общенациональный лидер страны Гейдар Алиев. Добрые традиции толерантности, мультикультурализма, гуманизма, веротерпимости развиваются и укрепляются дальновидной политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Азербайджанский народ высоко оценивает толерантность в нашем обществе как достижение в государственных делах. Как известно, в 2016 год объявлен президентом страны годом мультикультурализма. По всей стране, в том числе в нашем районе, в нашем центре, проходят самые различные мероприятия по этой важной теме. Встречи с учеными, семинары, конференции, лекции. Толерантность живет в душе каждого жителя нашей страны. И это помогает взаимопониманию, укреплению дружеских чувств друг к другу, способствует стабильности в обществе.